Костанае прошел турнир по грэпплингу. Защищали честь города на нем 9 темиртауских спортсменов. По итогам соревнований вернулись с наградами 4 борца. Трое из них завоевали серебро, один – золото. Чемпионат Республики Казахстан прошел на уровне, провел 5 сеток, по воле Всевышнего себя выиграл. Тем самым стал чемпионом этого турнира и выполнил норматив мастера спорта. Все соперники были достойны. Выступал для себя в новой возрастной категории, 18-20 лет. Соперники все равно чувствуются сильные. Но мы готовились к этому турниру долго и выиграли. Проходили соревнования в возрастной категории 18-20 лет. Воспитанники с честью вернулись с турнира, говорит тренер. Но основная задача – это сейчас чемпионат мира, то есть пройти сборы, не травмироваться, где-то подлечить травмы после ранения, потому что очень тяжелый тренировочный процесс перед соревнованиями. Очень много готовились, вес гоняли, держали, то есть нелегко удалось. Соревнования – это не когда вышли там, на схватку, то есть соревнования начинаются намного раньше. Тем более в этом возрасте это уже ребята по молодежи борются, то есть у них один шанс, один шаг остался до профессионала. 4 победителя теперь отправятся на чемпионат мира. Пройдет он осенью в Испании. Борцы надеются вернуться оттуда с победой. Юлия Исланова, Арман Абылхасынов, Александр Ломака. Новости Темиртау.